В уходящем году в 80 населенных пунктах Приморья проведены работы по улучшению качества связи Теле2. Среди них Кировский, Богуславец, Фокино, Ретиховка, Барабаш, Воздвиженка, Преображение и Лозо. Также сеть модернизирована в Дальнегорском городском округе, включая участок автодороги по направлению Краснореченский, Тайга, Дальнегорск. Новые объекты связи появились в дачном массиве Соловей-Ключ, на острове Путятин и пляжах Ливадии. В результате количество базовых станций 4G в регионе выросло на 20%. Помимо развития сети, Теле2 постоянно запускает уникальные продуктовые предложения. Например, в рамках акции по обмену минут на кино клиенты компании обменяли 117 миллионов минут и скачали 1 миллион фильмов от видеосервиса Wing. В преддверии новогодних каникул оператор обновил предложение и подготовил специальную праздничную подборку фильмов. К Новому году на всех тарифах для наших клиентов мы запустили возможность обмена минут на просмотр кинофильмов на видеосервисе Wing. А если вы еще не являетесь нашим клиентом, но задумывались об этом, то Новый год – самое время. И специально для вас мы запустили очень интересное, ограниченное по срокам предложение. Поэтому приходите в наши салоны, делайте свой выбор, получайте подарки и хорошего вам Нового года. В салонах оператора стартовал сезон подарков. До 27 декабря абоненты могут обменять накопленные минуты на скидку до 4000 рублей при покупке смартфона Xiaomi. Одна минута равна 1 рублю. Выбрать телефон можно до 31 декабря. Здесь же в фирменном салоне Теле2 помогут с упаковкой новогоднего подарка. Екатерина Зверева, Денис Фадеев, новости на 8.